Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами я, Виталий Вит, и вы находитесь на канале Русский Симрейсинг. Мы продолжаем с вами проходить игру Grid Autosport. Проходим мы ее на сложности Very Hard, очень сложно. Соперники у нас на такой же сложности, очень сложно. Прошлый раз... С возвращением, Алексей. Посмотрите, в каких чемпионатах вы можете поучаствовать. Прошлый раз у нас была довольно-таки насыщенная серия. Мы проходили и Таннер, и Стрит. В общем, много чего мы проходили. Сегодня будет у нас такой вопрос, я озадачен одним вопросом. Ребята в комментариях написали, что, ну, в ответ на мои возмущения, что я всегда в конце пилотона оказываюсь. Некоторые ребята написали мне, что, оказывается, есть квалификация, так что я сегодня буду ее активно искать. Так, и сегодня я хочу зайти прям вот сюда. А, нет, мы не зайдем, еще мы недостойны. У нас получается 0 предложений. Ну, давайте хотя бы заставку посмотрим. Ну, заставочка у нас просто красивая, и все. Выбор чемпионата у нас уши. Так, ну, с чего нам сегодня начать? Стрит у нас был. Ну, давайте опять с самого начала, туринг. Так, новый туринг-кар. Вообще, много у нас, да, много у нас тут предстоит событий. Ну, давайте в вот прошлом этот. Сезоне у вас все получалось, так что сейчас можно рассмотреть новые предложения. Razer Motorsport выходит на новый уровень. Обратите внимание на эту команду. Угу. Хорошо, так. Ну чё, Оклы у нас были. Ну давайте Razer опять. Зачем мы едем на... О, у нас опять насыщенные будут. Гонка. Ну давайте. Трасса Brand Hatch. Трасса известная. Она есть в таких играх, как... Давай начнем как следует. Дадим Project Cars, результат. Assetto Corsa. Известная трасса. Она сейчас в лидерах. Угу. Финишируй раньше ее. Хорошо, постараемся. Так, вот давайте теперь посмотрим, где у нас тут есть... Вот, есть квалификация, да. А что у нас в квалификации? Три круга, давайте. За первое место в квалификации доступны очки чемпионата. Да, действительно, есть квалификация. У нас уже за нами считают. В третьем секторе я подочканул, но это у меня от Симов. Сейчас попробуем не выстать. Чувствуется здесь активно полный передний привод. Mm-hmm.
Нифига себе! Я уже 10-й. Да, жесть. Последний круг, ну давай. Вот на вот этом повороте я очкую. Охренеть. Можно сказать, лучше бы я ее и не проходил. Но все равно не 16-й там, мы не жопные, 10-й. Погнали. Естественно, чтобы здесь знать трассу, трассу как бы я знаю по автосимам, но сами понимаете, вы видите, что я очкую, подтормаживаю, как бы перетормаживаю, сильно понижаюсь. Некоторые повороты, которые на третий, тут можно на пятый проходить. Ну ладно, как говорится, very hard и very hard. Ногу поднял, давай ссы. Погнали. Ты на 10-й позиции, а у твоего напарника 13-я стартовая позиция. Блядь, да чё ты нам сраку-то подставляешь, блядь? Прибавить что-то. Второе мудило. С нижнего Тагила.
Это последний круг. Постарайся прибавить скорости. Да, все серьезно, пацаны. Как я вот это перешею. Предпоследний тот поворот, конечно, у меня много отнимает секунд. Чудесно! Удалось финишировать раньше соперника. Да, весело. Опережаешь напарника в личном зачете. Да. Погнали дальше. Так, тут уже у нас квалификации нет. Блять! Ну что творить? Зашквары тут. Ты на седьмой позиции. Опережает меньше, чем на секунду. Тебе осталось еще три круга. А, это наш дебилоид напарник. И как всегда, он помимо того, что проебывает, второй он круг. Еще и тормозит. Блять, напарничек попался. Так, теперь повнимательнее. Сейчас посмотрим, где он оттормаживается. Ну-ка.
удалось установить рекорд круга в этой гонке. Ну, я тоже так считаю, что очень отлично. Для Very Hard-то, ребята, тут приходится попотеть. В данный момент мы на пятом месте в чемпионате. На пятом месте. Две галочки только. Ну, ладно, что. Ну, конечно, с квалификацией я лоханулся. Ну, как бы я не катаю эти трассы так часто, как в том же Карсе, в Ассетте. Что-то трасса вообще такое. Не помню. Теперь у тебя очень хорошие шансы. Обойди этого парня и постарайся, чтобы тебя никто не настиг. Тут тоже есть квалификация. Ладно, погнали. Ты на 16-й позиции, а у твоего напарника 14-я стартовая позиция. Осторожно! Впереди развернула машину. Она попытается вернуться на трассу, так что будь начеку. Ебанутая трасса.
графику. Прибавь немного на втором круге. Херовый, конечно, гоночку получил. Классные цели достичь вполне реально. Ты молодец. Спасибо. Цели-то я достиг. Неохота этих клоунов побеждать. Нашел там.
что ж ты делаешь, мудила, а? Ну конечно, блядь, штраф. Вот должен себя вести так на парня. Держись, сучоныш. Диего Гомес, блядь. У тебя неплохая позиция перед началом второго круга. Она не неплохая, она охуенная. Здесь я, конечно, наглею. Там надо на вторую все это дело делать. Да, там сзади мы тоже борьба идет. Тебе удалось установить рекорд круга в этой гонке? Чел наловил нехило. Серия поворотов. Бля, творит он там. Соперник на твоем примере учиться будет. Вот так победа. Ну, я надеюсь, вы поняли, дорогие друзья, что стоит только изучить трассу, и как бы дела идут сразу на лад. Погнали дальше. Уже три галочки, это уже радует. Что мы там не сделали? Установите рекорд круга в гонке. Что мы не установили? Он уже говорил на уроке. Ладно, погнали.
Автоспорт Рейсвей, клубная трасса, понятно. Нехило, сейчас жогово будет. Тачки классные. Она сейчас в лидерах. Финишируй раньше ее. Так, ну что, я не знаю. А, тут и нет квалификации. Погнали, короче. Тем более, это клубная гонка. Ты на 16-й позиции. Естественно, мы в жопе. Сегодня соперники примерно равны по силам. Так что у тебя отличный шанс показать себя. Примерно равны по силам. А, мы, по-моему, уже ездили на этой трассе, что ли? На формулах. Кого-то он там, калитка уже открывается. Да, нифига себе. И вроде кажется, такая милиписька, да? А зажигает-то она нехило. Нехило, точило. Алексей, второй круг. Ты движешься в среднем темпе. Плотный трафик такой. У чуваков там калитки вовсю. Церемонится тут, ребята, вообще. Вау, 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 вау. Блин, прикольная тачка. Тебе удалось пройти половину гонки. Вроде так подумаешь, как врали там. Начинающие, когда идут, значит, для новичков. И там вот такого рода тачки, реношки, что ли, я уже не помню, как они. А тут такие они серьезные. Последний круг. Постарайся пробиться вперед. Да стараюсь уже. Нормально. Хотел сначала перезаехать. Теперь у тебя третье место в итоговом зачете кубка. На втором круге.
Но что-то не стал. Я думаю, он останется доволен. Ниже восьмого. Еще гонку, что ли? Опять новый трасс. Сейчас ты на первом месте в личном зачете. Именно эта позиция тебе и нужна. Постарайся победить Натана Маккейна, создать разрыв побольше. Так, я даже не знаю, брать квалификацию. Это вообще бесполезно. Что думаешь об этом заезде? Ты на 16-й позиции, а у твоего напарника 15-я стартовая позиция. Блять, за что мне вот? Почему не вот этому мудаку? Блять, тут замес на каждой вот этой в конце этой прямой. Выбираться тут можно только одним способом. Сойти с трассы.
конечно. Впереди он вообще меня достал. Сука, не знаю, как его. Он уже второй там. Ты в середине пелотона, прибавь скорости. Ты на 10-й позиции. Обходи, занимай позицию. Последний круг, постарайся пробиться вперед. Я даже рад, что я просто вот эту мудилу сделал. Сложно, ребята, сложно. Тысяча раз я уже пожалел, что выбрал Гарри Харт. Но куда деваться? Главная цель вполне в пределах досягаемости. Да. А какая цель-то у нас? Шесть кругов. Тут у меня уже руль кипит. Вентилятор гудит. Так, что у нас вообще еще тут есть? Настройка, улучшение. Что за улучшение? Так, движок. Ёлки-палки, это что нам? Улучшение. Нет, подождите, а что нам тут можно? След. Короче, этим надо заняться, ребята. Я сейчас не буду ваше это как время тратить, я займусь тогда и вам расскажу, что тут и как. Ты на 8-й позиции, а у твоего напарника 3-я стартовая позиция. Блять, только 3-й круг. Сука, мудила. Половина гонки позади. Mm-hmm.
осталось еще два круга. Ну ёб твою мать! Сука, подбешивают вот эти штрафы. Жесть, я прям сегодня что-то вообще вспотел. В этом году перед тобой не ставили особых задач. Да. Давай приложим больше усилий в следующем сезоне. Давай. Сильный у нас сегодня, короче, замес был вообще. Все гонки были такие супер заместные вообще. Вау. Конец сезона. Великолепный сезон. Команда будет довольна. Да, самый плотный сезон. Вы сделали все, о чем вас просили. И теперь остальные команды будут знать, что вы настроены серьезно. Третьего, короче, да? Понятно. Ну, пока идем мы неплохо для Very Hard. Но, конечно, что-то с каждым выпуском все тяжелее и тяжелее. Но отступать некуда, за нами Россия. Познакомьтесь с новым чемпионатом Туринга, который доступен в этом сезоне. Хорошо. Ну а со следующим сезоном мы познакомимся с вами на следующем выпуске. С вами был Виталий Вит, и удачи вам на виртуальных трассах. Пока-пока.